здесь опять еще далеко ходить, вспоминать. Акбарс, введя в счете 5-1, удачно начав второй период, затем попал под такой пресс. Вот, собственно, о чем и речь. Дадонов 3-1. Затяжная атака. Полторы минуты держали в зоне Лады Кист и СКА. Уже по ходу была смена. Вышла вторая тройка нападений. Евгений Дадонов, Вадим Шпачев и Никита Гусев в полном составе. И в очередной раз вывели на бросок. Причем выводил-то на бросок Максим Чудинов, который подключился к этой атаке. Оставил он за спину шайбу Евгению Дадонову. И от конька Никиты Филатова. Конечно же, шайба прошла над щитком и Ежова. На самом деле, не очень удачный матч для Никиты Филатова. Опять же, в моменте с первым голом, который пропустил Лада, он же тогда стоял на вбрасывании. И в роли центрального нападающего, в том числе и он, не успел вернуться в зону. Редкая комбинация звена Шипачева, обошедшаяся.